pode. Pois bem, há sim, há como daqui a ver, se queres tudo com energetismo, que vê-se puta, zaiefs. Ah, se queres chamar a colda, se vê o que é, né? E apresenta-me a verdade, de franja, ou via carnista, fulvolem, ou romani. Cacai, tem que ser nada, como tu chantar, que a gente já está com a câmera, e vou dar os ali. Se me travam de chantar a câmera, truba. Ah, já, me apresenta esta coisa, por fim. Sono tutti tragi. Ali sta per volta, no? Vuoi dire già di me, taccio? Aspetta un minuto. A te lo dici, però ti faccio quelli che avanti, faccio quelli che avanti, compagna. A te go free, o po' a netli. A te ole, io ti do tutti, ti tiro, non c'è del chiude, allora, non c'è vuole da c'è il drogo. Сигла точки IC или IC Open туди. Я видимо фалчево. Они рассуждалки. Форум сейчас одна камера отрубится 100%. Что за шарабо? Фифтин. The most IC Open during all the summer at the moment. Like at Дня в октябре, или то, я рассказала, когда вы действительно зимняя вода, я вам рассказала. А когда я теплая, не надо притворяться, что она холодная. Ну, я думаю, что я отделаю формализм, не буду. Придется переваться по-настоящему. Просто не буду. А вот из принцессы, понимаете, и фари матери, кстати, в Бакмелесе, от Дисирна, вот лево ООН, Дэлайн, значит, Дэлон, и так далее, и так далее. Это последний мозг, потом не разговаривай, вот этой водой. Как ты, писал, ютуб, павлиши, ты, ютуб, волны, аут, Дэлайн. I publish on YouTube, but when I don't publish on YouTube, starting very easy. Ставки против 45 утра. И все, что надо было сказать. Работаем медленно. Голову не приходит, начинает плавание вот таких мягких упражнений. А говорю, что если вы плюхаетесь и зажимаетесь, поэтому
Вот идет очень быстро. Вода действительно не замазывает. Хорошо достаточно. Очень красиво достаточно. Очень хорошо. Ну, все, спасибо. Даже не боюсь выйти еще раз на улицу. Сейчас вы на цену оказываете, целовались, оказывают саботажем. Либо тут subject. Понятно? В ребра intensive, tensive subjects. Это все в русском смысле. Как же они пустили Гитлера под Смоленском стояли. Вот и напоминает. Понятно, они никак не могут доехать по своем security. Ну такие вот такие пыльные ангелы. Да, знаешь, купальник более-менее красивый оказался. Всем спасибо. Я папа, то ли не подрастал.